И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Крошка, Крошка, Кэт Макс, как всегда, подписчики, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Сегодня у нас будет полноценный обзор SCP-шек, потому что мы скачали мод, мы теперь можем ими управлять, смотреть, сколько у них хп, использовать их невозможности. Если видите, кушайте, приятного аппетита. Так, первый у нас идет МТФ Гвард, 90 хп, он может очень быстро стрелять. На правую кнопку мыши, кстати, не на левую. А меткость у него минус один. Перезарядки нету, пацаны. Просто всегда фигачит. Так, что он еще может? А, и так стреляет. Угу, угу. Ты уже готов меня убить, да, я вижу? У него какой-то картонный автомат. Тогда он какой-то вообще странный очень. И стреляет он как-то не по-настоящему. А это просто из беты. Ладно, давайте, мочите меня. Откорос. Ну, вот видишь, посрач делает чудеса. Так, SCP-008. 200 хп, уже это повеселее вариант. Он что может? Он может ходить как дурачок. Он может дамажить. Сколько дамажит? Ноль. Что? А так нечестно, а чё он ноль дамажит? А, пузо у него такое какое-то странное очень. А чё он бестолковый получается вообще? Ну ладно, давайте, фигачьте меня. Потому что там очень много классных, и мы хотим показать всех. Так, ну что, легендарный скромник, который руки в боки и ходит. А как заагриться? Ой, подождите, я не заагрился. Вот. Так, где выходить? А, я думал, это из-за тебя я не могу ходить, я просто агрюсь. Так, и сколько времени так буду делать? А, мало. Так, давай еще раз я его поставлю и вселюсь сразу в него. Вот, я вселился. Вот, я начинаю агриться. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис мод. Так, вот этот монстр очень интересный. Он вылазит из полов. И сейчас посмотрим, смогу ли я за него телепортироваться или тоже залазить. Так. Дед. Это дед. Пробел нажми, Димас, пробел нажми. О, точно! Я вылажу, смотри! Офигеть! Блин, мы можем классный режим сделать с этим дедом, да? Как будто из нефти вылазишь. Блин, я могу прям резко выбрать кого-то, и он не может убежать. Чё ты? Иди сюда, на тебе. Классный дед, мне нравится. У меня 5000 жизни. И вы, кстати, меня... А вы меня не дамажите, у меня жизни не проходят. Можно раздамажить. Ты просто бессмертный. Я бессмертный. Классная СТП-шка, 106. Ой, хорошо, давайте я его удалю и возьмем другого, потому что мы хотим посмотреть всех. Я статуя. Я моргнул. А эта статуя ничего не делает, она просто стоит. Давайте еще разок. Димас, смотри, я тебе сейчас кое-что покажу, интересно. О, вон, она двигается! Вы когда отворачиваетесь, я могу двигаться. Во-во-во, смотрите. Так, сейчас попробуем кого-то замочить. А ну, отвернись. О, да, я, ты только что отворачиваешься, я сразу двигаюсь. Какой-то страшный. Так, это прям реально сделано все, как и... О, смотри, еще тебе... О, резко возле тебя, смотри сразу. Ха-ха, боишься? Я аниматроник, да. Так, хорошо, давайте следующего посмотрим. Так, обычный класс D, 60 хп. А он вообще ничего не может делать. Пробел Ctrl-V. Ничего. Мочите меня, бестолковый. Ого, ты хоть предлагаешь, да, что у тебя такое мощное оружие? Да. Ой, вертолет. Не, давайте вертолет, наверное, в следующей серии обзор сделаем. Его нельзя вообще поиграть, я пробовал. А, хорошо, что ты сказал, то бы я сейчас еще начал бы пробовать. Нормально. Так, следующий. Так, смотрите, какой сразу злой мужик. Димас, смотри, еще кое-что покажу. Так, давай. Где-то... О, гранату могу бросать! Так, 100 хп. Тоже картоновое оружие, не слышу толком. Чё, нифига? А, подождите, пробел. Кстати, пробел у всех какая-то суперспособность. Зря ты это сделал. Нифига себе у него граната, вы видели? Давайте еще раз брошу, стойте.
Это какой-то эпик просто. Я не ожидал, что оно так фигачит. Кэтпакс, ты ожидал, что такое будет? Нет. Так, давайте туда подальше брошу. Сейчас я побегу туда. И брошу там гранату. А куда я ее бросил? Туда. Так, смотрим. И все? А что так сильно взорвала она тогда? Еще раз. Она как электрическая, да? Да. Так, сколько у него гранат? Бесконечно, что ли? Да, все, больше нет гранат, кстати, у него. Так, это у нас... У него есть граната? У него другая граната, кстати, смотрите. Нифига себе, она, кстати, на движение реагирует, когда рядом кто-то подходит, видел? Она зеленым загорается. Блин, какой-то имбовый прям вообще челик. Так, давайте следующих посмотрим. Блин, классно, у всех разные гранаты. Так, вот этот. У тебя какая граната? Надо валить, пацаны, валите. Блин, она убила тех, кто был рядом. И так прикольно. А, ты еще и горишь после смерти. Вообще, какой-то имбовый челик. Давайте, мочканите меня. На, Кэтмакс, красава. Жестко. А с какого-то пака у тебя винтовка? Понял. Так, вот это что у нас такое? Не знаю, это очки ночного видения. Во! Я ученый? Че, кто я? Ну да. Что я могу делать? Я ничего не могу делать. Бесполезный кусок говна, убейте меня. Красавчики. Ключ. Я ключом стал! А что это было? А ну еще раз. Ничего не происходит, пацаны. А, Гордон Фрейман. Ну так, хорошо. Бесполезный ключ, я понял. О! SCP-008. Да ладно, можно вселяться во всех? Да, это вирус. А что надо мне сделать, нажать? Все, вы умерли? А, нет, а когда ты пускаешь этот дым, мы превращаемся в зомби. А вы не превратились в зомби. Гордон Фрейман. А давайте еще раз поставлю, а вы попробуйте. А ну запрыгните туда наверх. Не, вы не встаете, пацаны, зомби. Что-то не хочет она. Ну хорошо. Просто проверили. Все равно было прикольно вселиться в какую-то штуковину странную. И степень на 0.8, 200 хп. О, я вас дамажу! А ну иди сюда, я сказал. Да не, он какой-то кусок говна. Так, на пробел ничего не белает. Не бегает. А ну-ка. Прыгает? Не прыгает. Ладно, мочите меня, я какой-то на зомбака больше похож. Ой, а чё я умер сразу? Это скверная мелодия. А чё она делает? О, ребята, вам сейчас понравится. Знаете, кто сейчас будет? SCP-035. Это щупальщик. Подожди, а если я подойду к тебе, допустим, и нажму пробел? Щупальца дамажат. Ты только узнал? Молодец, догадливый. Так, что, ничего? Странно. А ты не можешь меня убить? Ого. Все, убил. Я видел, нормально завачил. Такс. Вечно хочу удалить NPC-шек, удаляю спаун. О, чумной доктор, самое интересное. Эй, я не успел ничего сделать. Он всех заражает. Я знаю, я хочу вселиться в него и быть тоже заражателем. А я могу заразить тебя? Ну стой, если я буду челиком. О, мы можем сделать маленькую комнату выживания. Отлично, мне нравится. Ну иди сюда. Я просто руку протягиваю, и ты превращаешься? Нет, надо нажать удар. Ого, сейчас тут зомбаков сколько будет. Так, что я еще умею делать? На пробил ничего не умею делать. Не, ну чему доктор рулит? Куча режимов можно записать. Давай, мочи меня. У меня 2000 хп. Ого, ого. Давай, в голову. Отлично. Пацаны, зомбаков там мочите. Так, следующий у нас... Наверное, даже в одну серию не войдут. Столько тут SCP-шек много. Но постараемся показать очень много. О, я обычный зомба, который делает
Чумной доктор. О, я еще и дамажу, в принципе, по 10 хп, экран неплохо. Экран почернел. Экран почернел? Так, ну давайте, мочите меня, он бесполезен. Кстати, жизни у него довольно-таки много, 350. Так. Gordon Freeman, and a back time too. Вот, зомби еще какой-то я. Граната нема, я не могу гранату бросать? Я какую-то махаю в другую сторону. О, есть чуть-чуть. Ладно, давайте, мочите меня, 500 хп. Ой-ой-ой, возле трупейшена лежу. Так. Ой, катящееся говно. Что это вообще NPC, это SCP-шка делает? 0.66. О, пацаны, вы подпрыгиваете? Нет, ты можешь так орать, и мы умираем. А я не слышу этот крик. Зато я слышу. Вы так подпрыгнули весело все, мне понравилось вначале. Ты симфонию Бетховена играй. Ну, нормально. Так, что я могу делать? Я качусь как кусок говна. Я и выгляжу, в принципе, как кусок говна. О, вы опять прыгаете. Ха-ха-ха, классно. Ладно, мочи меня, у меня 300 хп. Это был у нас SCP-066. Следующий у нас SCP-079. Подожди, а где оно появилось, а? А нужно камеры сначала заспавнить. Ага. Давай туда, наверное, в следующей серии, может. Entity. NPC. Вот я камеры, кстати, есть. Я понял, надо сначала камеры отдельно ставить, потом эту штуковину. И да, все у нас получится. А 067. 087. А ну что я могу делать? Подожди. Ты можешь вот так вот драться. Ой, я как будто притягиваю, что ли, или что это я делаю? А пробил, что ли? О, я могу тпхаться. Ага. Воу, так это же крутой SCP-шка. Ребята, ставьте плюсик или пишите, мы хотим в следующей серии, мы запишем какой-то крутой режим. Ой-ой-ой. Ну я понял, круто мочит он. Мне понравилось. Так, погнали дальше. Hey, doc. У нас SCP-087-B. Ой. Ты не можешь ходить, пока мы на тебя смотрим. А ну отвернитесь, пожалуйста. Да, реально, как? Опа, я стою. Я стою, я иду. Что ты еще? Классно, что мы можем записывать тебе режим, и никто не обманет, не будет двигаться, пока ты реально не смотришь. Мы еще моргаем. Ну, не моргайте, кстати. А ну смотрите все на меня втроем. Не могу двигаться, не могу. Вообще никак. А че я вообще, как я дамажу? Дайте я хоть подойду посмотрю. А, я сразу в зомбака превращаю. Нет, это я, когда ты меня укусил, я в зомби еще с того времени. А-а-а. Я понял. Хорошо, мочите меня, у меня 5000 жизней. Давай, давай, наваливай меня. Еще, еще, не останавливайся. Так, блин, классные SCP-шки. Вот, это у нас получается другой SCP-096. Это скромник. Их почему-то несколько тут. А, вот это, кстати, наверное, должен бегать. Помнишь, что какой-то дрыщ был конченый? А ну-ка, 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 может, все-таки я проору? А я ору-ру-ру-ру-ру. Ну, давай, жопатик, ори. Может, он глюк ловит какой-то? Ну, чё я не бегаю? А ну, отвернитесь. Может, когда вы отвернетесь, я буду бегать? Я не знаю, может, а так? А ты ещё не загрелся. А долго еще ждать? Нет, вот сейчас, сейчас, сейчас. Значит. Сейчас, 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 ждем, ждем, ждем. Все, отлично. А ты вылетаешь из него, почему? Ах ты, бомж, выкинула меня из себя. Ну, хорошо. Я книжка какая-то. Это книга болезни. Типа, будешь ее читать? Вот какую болезнь ты... А как, я не могу, да, вас убить? 150 жизней, сожгите меня, мою книжку, убейте. Не меня только, а книжку, хорошо. SCP-1048. Это какой-то странный мишка. Стой, не убивай, не убивай, дайте я посмотрю, что он умеет делать. Он орёт, и у нас, типа, мы умираем. Ой, он тоже крутой, мне нравится. А ну еще раз. Даже если я буду со спины нажимать? Да, ой, типа, я могу ходить. Ты на ухо похож. Да, это какой-то мишка из ушей. А, получается, я очень громкий звук, да, какой-то издаю? Да, ультразвук у нас начинает кравиться. Да, я не могу в это время двигаться. Блин, мы такой обзор еще прям глубокий не делали.
Не, ну классный мод на управление SCP-шками. Мочите меня. Красава, вместе с... Как я туда влез? Ну да ладно. Как-то влез. Well, так. Gordon Freeman, and about time to... SCP-106. Ой, какой-то я стрёмный кровавый чилипиздрик. Так, а что я делаю? Нажми на прогрев. Я тебя, смотри, затягиваю к себе, или что я делаю? А ты вылазишь из-под пола, как тот старик. И тебя затягивает тебя вместо себя. Да блин, я такого не знал. Офигеть. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день и записываем очень крутые моды и режимы. Давай еще раз попробую. Вот другого я сейчас попробую затянуть. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ты уйдешь под землю или нет? А, надо прицелиться. Вот, я должен выбрать тебя, наверное. Сейчас, сейчас, я не знаю, как это работает. Пробел нажми. Оно не сразу работает, с каким-то определенным временем. Так, хорошо. Тут какая-то дырка появилась в полу. А когда провалишься, ты просто умираешь, да? Да. Все, я понял. Мочите меня. 5000 жизней. Я бессмертный, пацаны. Я бессмертный. Офигительно. SCP-106. Rocket Demon. Димас, ой, это огромная птица, на которую нужно смотреть, надо спрятаться. Ну ладно, ладно, давай потом, потому что что-то у меня подлагало. Я череп. 11.23. Если мы до тебя дотронемся, то все. А, ну дотронься. А, Гордон Фреймен. Не, что-то не сработало. Не все моды работают. Я крячка, из степи 1356. Ты музыку играешь. Да? Да. Так, и что, я не могу вас убивать, давайте мочите меня, 100 жизней. Офигеть. Психи? В городе. SCP-1499-1. Hey, doc. Да я вселюсь, не бей меня. Так, что я могу делать? Я могу танцевать. Я что? А, это танец? Прикольный танец. Смотрите, на тебе. Хо-хо-хо. Я тебе с ляща вырубил, смотри. Лящиночку. На. На уху. Так смотри, получается с кулака в голову, да, лупаша? Смотри. Да. Смотри, как анимация прикольно сделана. Сейчас еще раз. Да блин, как-то не так бьет. Ах ты рахитка. Вон на. Лещинка. И танцую. Танцы в городе. Мочите меня. SCP оказалось очень много в этом паке, и обзор мы продлим в следующей серии. Если понравился, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубль ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения, и всем пока!